Да, пожалуйста. Я посмотрю, я проверю. Ой, хорошо. Вертовка. А где у нас вот это вот поломанный Иерихон, да? Ну и как мне его снять, интересно? Да, вот он, старый город. Вот он, вот он. Да. Что-то у меня получилось, конечно же. Ну, а ты на ту сторону вот снимай, я на эту. Все. А это вот, а ты на этот. Не делай лишние фотографии. Их можно смотри, стереть. Какой вид шикарный. Что делать? Остановится бананы, смотри. Зайц, сфотографируй. Я фотографирую. Я так тебе бабу. Ой, что это же сейчас на древнем мире. Чтобы не нажимать на газ. Непонятно. Серега. Так. И Серега нам пора. Саша, а скучит отсюда? Ну, так, уже дал внизу. Тебе будет приятно. Это озеро Иерихон. Ну так и понял. Зайц, вот это, а нет, это местные жители строят что-то. Болото какое-то тут. Да я не там, я так понял. Собирают вон, а я уже нажала. Если, подождите, если, ей там надо нажать кнопочку. Если вы видели, там, она глубокая. Вова, а, Вова, знаешь, Вова, вот там, с своей стороны. Еще нет, а подойду потом. Смотри, какие озера, Саша. Она довольно глубокая. Вы чудненько повисли. Видно, метров пять, даже если не будет. Сейчас должны купаться. Должны соединиться с теми. Они сейчас уже, мы там садятся еще. Классно. А скачивать не будем? Нет. Не стоит. Что так сосредоточен? Все хорошо. Может, таблеточку подойти? Чего мне надо? Пусть лучше двигатель включит. Понятно. Спасибо. Так было обидно, я съела феназепам перед полетом. Он, зараза, начал действовать в Израиле. Я не могу, так у меня глаза закрываются. Мне сказали, 20 минут он подействует. Я говорю, что-то на больных он не действует через 20 минут, а у меня подействует. Ну, подействует через 3 часа. Меня так прибило, что я теперь больше не повторяю эти эксперименты.